Здорово, народ! И мы решили сегодня поиграть в Poppy Playtime Chapter 1. Начальную заставку я пропустил, потому что она не так уж и важна, плюс она у меня что-то там не записывает. Компьютер слабенький, надеюсь, вы поймете, потому что она начала лагать, начала не записывать что-то с камерой, все дела. В общем, Chapter 1 никогда не играл. Может, кто-то играл, может, ты играл, может, ты тоже не играл. А может, старички зайдут и такие, вот как было раньше. В общем, в заставке нам рассказали про куклу Поппи, Папи, Пупи, что-то там. То, что она самая крутая, самая классная, вот, для детей, и вообще она может с ними разговаривать. Так, мы забрали настройки, что? Предмет. Кассета. Ладно, у нас есть кассета, хорошо. Сюда? Ставили кассету. Теперь у нас будет мультик. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this... Then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Да, в принципе, уверен. Вот. Так, у нас здесь дверь. Это у нас кто? Бугибот. Бугибот. Вот такой вот бугибот. 3+. 3+, а вот и... Вот и наш бугибот. Паровозик. Цвета какие-то, подожди. Зеленый, розовый. Стрелочки, наверное, красный, желтый, розовый, зеленый. Красный, желтый, розовый, зеленый. Красный, желтый, розовый, зеленый. Куда это можно запихнуть? Кэндикэт. Красный, желтый, розовый, зеленый. Красный, желтый, розовый, зеленый. Мы вместе будем с тобой повторять. Красный, желтый, розовый, зеленый. А вот, скорее всего, вот сюда. Поппи хочет играть. Так. Красный, желтый, розовый, зеленый. Есть такое? Легко. Пока что окей. Пока что несложно. Еще одна кассета. Бам. Давайте посмотрим, что нам скажут здесь. Playtime. Grab pack. Затяните ремни. Возьмите обе пушки. Окей. Можно... Ага, окей. Он как проводник тока. Да не за что, слушай. Используйте хват-пак ответственно. Этим и будем заниматься. Так, у нас в плане, знаете что? Пройти первый чаптер за одну серию, поэтому... Не то чтобы мы будем очень торопиться, но и тупить как бы нельзя. Оп. 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 Приколдесная штучка, штучечка. Но мы, в принципе, вот у нас Хагавага нас приветствует. Кушайте зелень прямо как Брон. Playtime, что тут написано? Кафетерий веселье час рекомендует потреблять в день 4000 калорий. Это кому? 4000 калорий, это кому? Это, ну, динозаврам, возможно. Детям точно, ну, 4000, это будет очень много. Я вам не советую употреблять 4000 калорий в день, если вы не спортсмен. А вот. Так, отдай. Добро пожаловать... куда? Куда-то добро пожаловать... Тестинг. Пауэр тестинг. И что у нас? Кафетерий.
А здесь я даже не вижу, что это. Это инновации, это тестинг, это у нас как бы... Ну, тестировать что-то. Новые игрушки, Power, это, ну... Электричество. Playtime, привет! Ладно. Давай. Угу. Сломалась. Ты мне ключик даешь. Спасибо. Спасибо. Слушай, а если... Давай, подожди, секунду. Нет, не обижайся. А если я тени поставлю высокие, я наоборот буду лучше видеть? Да! Удивительно! Посмотрите, как так произошло. Обычно наоборот все происходит. Ладно, тени поставили. Видимо, нам сюда. Для персонала. Окей, есть такое. Так, ага. У нас есть вот эти штуки, наверное. Что по ним? Так. Помните, будьте добры к другим, пунктуальны, вежливы, не пытайтесь пугать лейтенанта Пьера. Это у нас лейтенант Пьер. Как величественно. Не, задерживайтесь после 8, злоупотребляйте временными, временем компании, мешайте работе машин, входите в крыло инноваций, не авторизовавшись. Ну, по-хорошему, нам бы авторизоваться там, да? Ну да ладно. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас... Ну, что-то есть. Ладно. Оп. Стояк. Оп. Хватит. Ага. И теперь у меня, типа, электричество есть в руке, да? Ага. И вот показывается, сколько у меня этого кабля еще. Опа. Замечательно. Все пока легко и просто. Наш дружище убежал. Куда? Ну ладно. Искать я его точно не пойду. Желания никакого, никакущего желания искать его нету. Поэтому у нас... делай друзей. Ну, типа, заводи друзей. Ням, вкусно. Candy Cat. А, это его лапа была. Я сюда не пойду. А у нас есть выбор? Сюда можно? Нельзя. Закройся. Не так уж и страшно, как и... Как вообще нет. Так, у нас тут есть всякие головы, всякие роботы. Тут еще одну кассету можно посмотреть. Подожди, а где еще одна кассета? Обычно она где-то рядом. Может, где-то здесь есть кассеточка. Кассеточка. Может, тут наверху где-то? Давай. Есть чего? Есть чего поесть, нету? Large. Large это значит большой, если что. Учим английский вместе. Вместе, друзьяшки. Так. Каги твердит. Не забывайте отдыхать. Но перерыв дольше 10 минут недопустим. Как-то жестоко. Что я забрал? А-а-а. Отдай. Дай сюда. Что я сделал-то? Не туда? Можно забрать это? Подожди. Нельзя. А я хотел в другую вставить. Ладно, идем. Ладно, пошлите. Будьте аккуратны. Хрупкий груз не ронять. Тихо. Давай. Так, теперь у нас есть короткий путь. Короткий путь куда-то. Хорошо, короткие пути я всегда люблю, я всегда одобряю короткие пути. Так, у нас есть еще одна штукенция.
Еще одна штукенция. И осталась последняя штукенция. Только где она? Вверху? Нет, не вверху. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Приседать могу? Приседать могу. Хорошо. Прыгать, бегать, приседать. Это все я умею. Это все хорошо. Только где последний? Может где-то тут? Или может где-то тут? Пока не вижу. Пока не вижу, пока не вижу, пока не знаю. Так, красная нам нужна, видимо, красная рука. А у нас такого нету. Ну ладно, пойдем поставим эти три. Может я сверху еще найду одну, нет? Давай так решим. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Бэм. Бэм. Ладно, окей. Ага, вот и последнее. Все, нашли. Все готово, пошли. Пошли, 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 пошли. Нет у нас времени на игры, так сказать. У нас тут головоломочки. Так, вставь. Хорошо, ехала. О, это рука, да? Это рука, нам дадут руку. Сори, пропал на секундочку звук. И я не виновата. Пам, пам. Окей. Пэм, пэм. Хорошо, пам-пам. Спустились вниз. Жаль, фонаря нету. Он бы очень пригодился. Не входить. Ну тогда мы туда не войдем. Правильно? А ты не хочешь тут, ну. А как туда? А как? А что делать? Или подойти надо нажать? Захват, чтобы замкнуть цепь. Какую? Туда я не пойду. Ну все, игра меня переиграла, получается. Что мне тут делать? Ага, окей. Туда. Ладно, все, я все решил. Ток не видно ничего. Вот прям только свои лапки вижу и все. У всех так было или только у меня? Скажите, пожалуйста, у всех так? О, что? Прекращаю. А зачем мусор-то скидывать сюда? Я не хочу в помойке. В помойке быть. Что происходит? Куда я? Где я? Так. Ехала отсюда. Так, чего это у нас? Какой-то мусор. Установите сироту сегодня. Класс, спасибо. Тут что-то интересное. Требуется энергия. Опасно не входить. Что-то наверху, что-то здесь, что-то там. Угу. Туда мы не пролезем. Ладно, ну надо было проверить, слушай. Нам надо будет сделать свою игрушку? Наверное. Ну, пока у нас только вверх. Там подсвечивается, значит нам туда. 100%. Честное слово. Не обманываю.
кассет-то у меня больше нет, слушай. Ну ладно. Я уже все знаю. Оп. Ну, видимо, не все. Я? Так не пойдет. Подожди. Так не пойдет. Як? То есть сюда нам нужно, да? И как нам так сделать? Ого, то есть она ездит, да? Подожди, подожди. А ты схватить его не хочешь? Вот так. А теперь вернемся. Так, это отпустим. Вернемся назад. Нет! Я могу как-то? Не могу. Ладно. Не страшно. Идем еще раз попробуем. Идем еще раз попробуем. Надеюсь, все получится. Все выйдет у нас с тобой. Так, что-то сложно, не понимаю, если честно. Как мне обхватить эту и пойти туда? А нужно ли обхватывать эту и ту? Ну, скорее всего, нужно, раз она здесь стоит, правильно? То есть, ну, если я так сделаю, оно не подключится. Да. Ну, схвати, ну, по-братски, пожалуйста. Оп. Ну, не злись. Хвати. Так, все, с этим мы разобрались. Теперь нам нужно что-то сделать здесь. Длина не особо-то и как бы хорошая. Поэтому, может, как-то так. Вот так. Так. Хе-хе-хей. Мы включили электричество. Сделай друга. Значит, все правильно. Нужно самим сделать себе друга. Ну, пойдем, сделаем себе друга. Мы ведь электричество подключили, правильно? Правильно. А, вот. Так, всякие кассетки. Если кто-то будет смотреть и знает, что там в кассетках говорится, что кого, что за сюжет в первом? В первой. Не надо про вторые и третьи ничего рассказывать. Давайте в первом, что у нас интересного. Ага. Фиг. Е-мать. Мать. Ты это. Давай как-то. Вот так. А то вообще. Тык. 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 Все. Раз, два, три, а больше жмать ничего не надо. Нам остается только подождать, пока нам сделают с тобой друга. И будем с ним дружить. Он слишком хрупкий, поэтому я пока туда смотреть не буду. Никто не уйдет без игрушечки. Окей. Это моя? Какой-то тигренок. Лисенок, тигренок, как пчелка. Нормально. Я бы даже, может, такого хотел. Ну, не прямо сейчас, понятное дело. Ну, в общем. В общем, да. Пшик, 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 пшик. Все, у нас теперь есть игрушечка. Замечательно. Смотри, какой тигренок. Да, тигренок-пчелка.
Пчелки полосатые, тигры полосатые. Все, в принципе, сходится. Правильно? Переехала туда куда-то? Давай тебя заберем. Так точно надо? Или что-то не так? Может, сюда его поставить? Куда он делся? Ну ладно, я его как-то взял. Вот. Игрушка принята. Замечательно. Так, пятая закрыта. А это тоже, наверное, пятая тоже закрыта. Е-мать, что это такое? Дурак совсем. Песни. Ладно, я этого не ожидал. Вот честно, клянусь. Клянусь тебе, не ожидал. Клянусь тебе, не ожидал. Не. Не успеваю читать. Не что-то там. Не что-то там. Не что-то тут. Вниз, 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 сюда, влево, вправо, куда? Вверх. Не успеваю. Тут что-то на стенах написано, что тут было написано, я успел только не. Вниз. Еще вниз, еще вниз. Твою медь! Не смотри назад, что-то типа такого, или что? Почему я медленный стал? Быстрее, быстрее, быстрее. Вниз. Хорошо. Все. Придурочный какой-то. А если б я этот ящик не схватил, что мне оставалось сделать? Помирить? Не горю желанием. Я вообще не понял, что происходило. Я просто бежал, куда-то бежал вперед. У меня откуда-то появился фонарик. Спасибо. А то без фонарика было бы очень плохо. Так, заставку я, короче, просмотрел без вас. Я думаю, вы уже все знаете. Все вы молодцы. А я нет. У меня опять нету кассеты. Расскажите, что тут было. В общем, мне сказали найти красный... А, вот кассета. Ничего не рассказывайте. Сейчас сам узнаю. Поняли, нет? Ютубер не глупый. Вот. Final log. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ну, какой-то безумный ученый, организация. В общем. Надо найти было красный цветочек. Опасность, обернись, стой, беги, нет, не входить. А мы войдем. У нас что, по вашему выбору так много? Вперед! Блин, красиво. Слушай, знаете, мы походили по фабрике, а тут такой вот старинный дом, старинный-старинный дом. Что у нас здесь есть интересного? Так, у нас есть дверь. Мы можем шкаф как-то отодвинуть? Не можем. Что у нас там? Это Поппи, да? Ты видел, как она нас глазами... Я открыл твой шкафчик. Да. И это, в принципе, первый чаптер. У меня также есть второй и третий. Все уже подготовлено, так сказать. Слушайте, если будет какой-то отклик, хороший, плохой, ну там, ну дайте, не знаю, ну по-хорошему там, ну лайков
10, как минимум. С удовольствием пройду следующие 2, если вам понравилось. Если понравилось, подпишитесь на канал. Пожалуйста, начинающие, поддержите, ну по-братски, по-сестрински, как угодно. В общем, это все хорошо, мы это в любом случае пропустим. Опи, Playtime. Первый чаптер мы уже прошли. Есть второй, есть третий, который вроде говорят балдеж. В общем, да. Поэтому увидимся во втором. Надеюсь. Пока.